Всем привет из Алании, 17 октября, сегодня четверг, район Обам, мы сейчас находимся в White Gold и так далее. И время 10 минут 6 вечера, вы видите, светит солнце, в принципе на улице тепло, но вы видите, совершенно пустой пляж, нет ни одного человека. Сейчас посмотрим на других пляжах. Только не надо мне, сразу хочу сказать, придумывать, подписать, потому что я что-то придумал, что канал не отражает реальность, что я снимал это зимой или еще что-то. Смотрим следующие пляжи. Почему нет людей, сейчас попытаюсь объяснить. Пустой пляж абсолютно, солнце светит, вы видите. Сейчас посмотрим еще один пляж, окей. Дойдем до Кати или до Азии отеля. Значит, надеюсь, меня слышно. Друзья, почему нет людей на пляже? Мое объяснение. Потому что где-то с полчаса назад в Алании подул. Ой, там радуга. Вон там дождь идет, дождь в горах. Смотрите, радуга. Выходил сейчас вот оттуда, со стороны горы, там вот запах дождя реальный такой, вот прямо его слышно было даже. Значит, полчаса назад начал дуть ураганный ветер, такой, что просто шторы слетают при открытом окне. И такие ветра уже были пару дней периодически они. Дождь они все никак не натянули. 15-й пляж, смотрите. Пусто тоже, никого совершенно нет, вы видите. Вообще, ну давайте по пляжу даже можно идти. Я думаю, так интереснее даже будет. Пустые пляжи. А солнце светит. Ну хотя минут 10 назад, если честно, солнца не было. И возможно, вот если сейчас тепло, то минут 10 назад при таком ветре было совершенно некомфортно, мягко скажем. Пока проносит, нас дождей нету, но вот эти вот ветры вот где-то 2 дня назад тоже были бешеные, просто такие порывы. Тут музыка. Музыка меня уже достала. Боже, когда же буду в тюрьму сажать за включение музыки в общественном месте? Я просто уже никакого зла не хватает мне на эту музыку. Капец просто. Исковерканное с закрытым этим звуком, блин. Реально, вы видите, такое впечатление, что я здесь хожу, знаете, в декабре месяце. То есть, ну, действительно, никого как бы нету. Все пляжи абсолютно пустые. Хотя все равно я не понимаю. Не знаю, я в том году... Именно сегодня, 17 числа, я приехал в Чамью в том году. Кстати, я оставлю ссылочку, и там я снимал каждый день, рассказывал о погоде. Тоже полезно будет смотреть тем, кто отдыхает в районе Кемер. Катя, Азия, их пляжи. Пусто, смотрите. Просто пусто. И там он где-то уже под конец, я был почти до 1 ноября, и под конец где-то я уже выходил с моря, одевал курточку такую легенькую у меня от дождя. А люди лежали, спокойно загорали. То есть мне было на улице прохладно, в море было нормально. Но когда выходил, было прохладно. Я одевался, а люди спокойно лежали, россияне, сибиряки там и все. А здесь я ничего не могу понять. Сибиряки, вы где? Тут что, все с Сочи приехали, что ли? Ветерок подул, и все разбежались. Я вообще, честно, не могу понять, где люди. Пусто, вы видите. С погодой я отдельное видео сделаю, посмотрите обязательно. Сейчас пока не буду говорить ничего о погоде. Сейчас мы пляжи показываем, мы идем на рынок. Надеюсь, там тоже не будет такой пустоты. Наконец-то вот впереди там кто-то... Prime, как там отель называется. Sun Prime, кто-то там хоть купается. Вообще, представляете, смело всех. Вот 2 человека сидит и все увидите. Может, я в январе это снимаю, специально видео это оставлял до сегодняшнего дня, с января. По-любому кто-то такое напишет. Жесть, конечно. Какие все теплолюбивые.
вроде из зимы все приезжаете, у вас там уже и снег идет у многих, а подул ветерочек и все разбежались, как-то ну нелогично это. Это пляж Балазия Бич. Даже автоматы вон дети побросали свои. Убегали как от этого, блин, как от наводнения надвигающегося. А мне уже жарко становится, я прошелся. Там по поводу коммента, не надо снимать рынки, не надо смотреть то, что вам не нравится. Смотрите, нравится море, смотрите море. Если не нравится, как я дышу, тоже найдите другого автора, который не дышит, смотрите его. Советовать худеть мне тоже не надо, мне худеть не нужно, я комфортно всегда в этом весе нахожусь и как-то не страдаю от этого. То мне там насоветовали сегодня. Да, пустые люди пляжи, я вообще в шоке, конечно. Представляете, светит солнце, да? И совершенно пустые пляжи, это как-то вот в голове даже не укладывается. Клуб Бояр Бич следующий. Смотрим, сколько здесь смелых. В смысле, не смелых, а нормальных людей, которые могут сейчас купаться или вообще загорать, или я не знаю, зачем вы на пляж ходите. Ну, тоже почти никого. Жесть. Я должен был лазить наверх, идти на рынок, потому что опять сейчас темнеть начнет у меня. Ничего я не успеваю. Тем более, когда день стал короче. Хотя такой ветер, я думаю, на рынке они уже все сложились, наверное, там. Потому что дуло не по-детски. Сейчас вот здесь почти нет этого ветра. Все, люди уже в куртках, в кофтах ходят. Я в шоке, вон, смотрите на пирс. Я просто в шоке, что я могу сейчас сказать. Я иду, мне жарко. Сейчас минимум 28 здесь на солнце, минимум. Они уже вон в куртках ходят. В спортивных кофтах, в куртках. Вот нормальный мужчина впереди, он идет купаться. В плавках, два мужчины даже. Сейчас до Саритаж дойдем и будем выходить и пойдем таки на рыночек. Человек купается, нормальная теплая вода, естественно. Так, ладно, в Саритаж нет смысла идти, потому что я смотрю, ну, то же самое, там, в принципе, никто не купается, там только рыбаки, пляж тоже пустой, там человек 5, поэтому не пойду я туда, буду выходить на рынок. Еще раз напоминаю, какая сегодня погода, был ли сегодня дождь и так далее, все это я расскажу в отдельном видео. Так, как мне отсюда выйти, вопрос. Так просто через кафе это. Хорошая теплая погода. Человек подтвердил, вы слышали. Чего все разбежались? Вообще капец. Цунами народ ждал. И выходим мы в клуб Бояр Бич. Сегодня тут у нас четверг. По четвергам у нас рынок в Тосморе. Да, мы же уже в Тосморе. Смотрим, где лучше зайти в рынок. Да, друзья, они, по-моему, уже посладывались. Ну ладно, будем смотреть. Овощи, фрукты по-любому есть, я думаю. Сейчас посмотрим. Спасибо всем за внимание. Трафик плотный, вы видите. Машин полно. И мне уже жарко, я уже реально мокрый даже.
пока люди где-то прячутся в ожидании цунами. И одевают куртки с шубами. Я иду мокрый. Это мои реальные ощущения, ничего не придумано. Ну, в горах дождя, кстати, нету. Все, спасибо всем за внимание. Пока, сейчас я сделаю файлик о погоде. Уже забыл за него, если честно.